А насчет Артурчика, знаете, я когда его родила, и вот когда я увидела, что он настолько вот внешне копия папа и улучшенная версия папы, скажем так. Я видела его папу как очень творческую такую личность, вот эти вот стихи, такие идеи, у него очень вот тоже вот идей много, как украсить помещение, вот такие вот именно, вот, ну, творческая личность. Он прибрехил, он говорил, что вот он закончил художественную школу вот нашу вот в Одессе, и это оказалось вот неправда, это были его фантазии, скажем так. Ну, не подлые фантазии, знаете, вот не подлости какие-то, а вот реально, как он мог доказать, он сам рисовал, то есть у него огромный талант. Так вот, я и думала, что себя я, как бы так сказать, занижала свои таланты какие-то врожденные. Ну, потому что люди, которые меня окружали, я считала их очень талантливыми, а свой талант я просто, знаете, как-то, не знаю, так случилось, что я на него не обращала внимания. Хотя в школе именно мою работу, рисунок отобрали на выставку. В техникуме именно мое сочинение отослали на какой-то конкурс, тоже на какая-то как там выставка. Поэтому я потом как-то вспомнила. Это только совсем недавно, потому что когда Артурчик, вот, например, в Аргентине мы находились, даже раньше вам начну, когда он в садике был в Одессе, пошел он 4 года, да, садик отличный, я нашла садик, я выбрала, там было несколько. Моя одноклассница Оксана, она отвела свою дочь, а мы вместе растили детей с года. Вот, на Таирова, мы каждый день виделись, мы 5 лет бок о бок вот растили две детей. Она свою дочку, а я вот Артурчика. То есть каждый день мы общались, каждый день. В сад они пошли в разные. Она выбрала свой, там же на Таирова, ближе к этому вот, ближе к бассейну и к акробатике, где я водила. А мой садик я выбрала чуть-чуть дальше. Но они были очень, очень близко, ну там 100 метров друг от друга. Но детей вот мы сделали выбор, послали, ну, записали в разные садики. Так вот, в нашем садике моя сына старшая, он отказывался рисовать. Он говорил, очень интересно. Он говорил, сейчас вы начнете охать-ахать. Это вообще слова Саши, если честно. Ну, ребенок говорил так. Но не знаю, может быть, какие-то ростки были у Артурчика в это вот в сердце, а может быть, вы знаете, негатив, который пророс в нем. Ну, в общем, если мне говорили в садике рисуй там этих лошадок, даже если учительница показывала всем головы в одну сторону, те лошадки, я рисовала им, вот мне нравилось, например. Так, а вот он отказывался, он говорит, не буду рисовать, вы все там начнете, взрослые там начнут охать-ахать, как красиво, это каляки-маляки. В принципе, мой ребенок 4 года, да, абсолютно прав, но с другой стороны, смотрите, чем больше опыта, тем профессиональнее навыки. Если ты не тренируешься, вот так же, как с фотографией, так же, как вот время, знаете, время, и то есть подход как бы был вот не ребенка, да, такого вот взрослого человека, а я говорю, что вот у меня другие, так сказать, мото это вот девизы, что чем больше вот тренируешься, тем даже тяжело в учении, легко в бою, там еще сейчас вылетел из головы, там вот это еще какой-то вот реально такой стих. Короче, вот простите за мое короче. В общем, он отказывался рисовать. Я его записала в художественную школу, он у меня год там отходил. Учитель, а Саша очень критиковал учителя, а я вот, знаете, мне надо было серьезно, ну вот, ну, тогда я не понимала, ну, в общем, что я не понимала, я ему не, ну, не отвечала. Так сказать, у меня были идеи. Я считала, что я смотрела дети, которые вот там по возрастам в той школе,
И наша соседка, я была у нее дома, дочка, ее уже 4 или 5 лет рисовала, и рисунки были шикарные. Вот на что я смотрела, а не на слова там Саши, что вот зачем смешивать краски. Они целый год смешивали цвета, а это изумительно важно. Ну вот он мне смешивал цвета, я имею в виду, тренировались в цветах, а это очень важный процесс. И очень важно не лить никакой негатив, очень важно говорить только позитивно или хотя бы заткнуться на полном серьезе, что дайте, вот учитель, он не дурак, а Саша себя выставлял все время, что он большой учитель, хотя ни одной работы я вообще не видела, ни одного рисунка, и в реальности получился полный обман. Он меня купил, что он деток тренировал, и он такой весь... В реальности за 5 лет он никого не тренировал. Он оказался вообще с психиатрическим диагнозом, который он сам лег, и никогда бы его не допустили к детям, потому что он состоял на учете, никогда бы у него машины не было. Вот понимаете, и забывать я не собираюсь, потому что я Артура водила целый год вот в эту художку. И как только я уехала, Саша его забрал, я думаю, из-за жадности, потому что он не хотел деньги на него тратить ни копейки, вообще ни копейки. Очень по этому параллели с моей мамой, много ля-ля-ля, а вот в реальности ни копейки в него не вкладывать. Я очень много вкладывала в своих детей, вот и в Артура тоже. Так вот, теперь Аргентина перескочу. Я, допустим, себя не видела как художника, а Гена, я знаю, он, ну вот, мог сесть, как он рисовал, это просто поразительно и удивительно, и как вообще его родители не увидели, что ему реально нужно бы вот в художественную школу пойти, ну, это его родители, это их путь. Так, смотрите, Артур меня отказывался рисовать, что я сделала вот в Аргентине уже... Это была гостиница, там, где Эльба, администратор гостиницы, а хозяина я никогда не видела, но это в детали. Так вот, я купила все карандаши, листы, и неделю где-то сидела, вот у нас там круглый стол был, в той комнате, и вот рисовала. А Артур ходил кругами вокруг меня и не прикасался. Неделю не прикасался к карандашам, а я красивые карандаши положила, что все разных цветов было. Вот такое бы, как я вот в детстве сама бы хотела. Что вы думаете, через неделю он стал рисовать? Через неделю он взял карандаши, вот сел, а я молча рисовала неделю. И я увидела, какие потрясающие у него рисунки. То есть я это приписывала. Почему я это сделала? Потому что я была уверена, что вот от папы должно было передаться. Но не могло не передаться, если он настолько вот похож на папу. Улучшенная версия. Я подумала, что вот этот талант, ну, должен быть, поэтому я хотела вот развивать это. Если у него были какие-то травмы в детстве, почему он не захотел прикасаться к карандашам, я подумала, это вот как-то надо переиграть, как-то исправить. Вот таким образом я исправила, и потрясающе, я могу показать, у меня сохранились его рисунки. И, знаете... Я садилась, и мы вместе с ним рисовали, мы срисовывали то и сё. И когда мы переехали в Усатово, это все были мои идеи. Я брала какие-то рисунки, и вот Артур рисовал, я рисовала, и моя мать садилась рисовать тоже, и она постоянно лила негатив. Я люблю черно-белое, Артур любил черно-белое, и она нас настаивала, чтобы мы делали это в цвете. Вот будет еще лучше. А знаете что, я не понимала, что мне лучше не надо, мне нужно мое видение. И вот этот вот рисунок Артура Хаски, который часть его, вот он у меня прямо вот, вот где у нас вход, и вот лестница, когда вот выходишь, и прямо наверху вот эта вот картина его хаски. И там не полностью голова собаки, а именно часть в черно-белом, и только глаз голубой.
Знаете, то, что меня ругала моя знакомая, вот та левша, которую переделали, а я вот ее все время хвалила, ты такая талантливая, она говорила, что я не талантливая, потому что я, если фотографирую там часть или что, и вот мое это мое видение, как она меня ругала, вот сейчас серьезно, я прекратила отношения после 45 лет, мне аж легче дышится, потому что я сама себе вот делаю, вот, мне не нужно лучше, мне не нужно ваше, я хочу свое, и вот именно я вижу, в Артуре, то, что его фотографии, почему я поражаюсь, вот я их вижу живыми, вот это именно Артур, это именно вот его фотографии, и заметьте, то есть он идет намного дальше, и как видеооператор тоже, это вообще мне там, знаете, и не снилось, какой у него талант, и вот фотография, и в рисунке, и 2 года подряд тут его называли лучший художник. Детей очень много талантливых и молодых людей, но только его называла, а учительница потрясающая была, просто потрясающая. 2 года подряд им давали грамоты Артуру, что он лучший художник во всей вот этой вот хайску. А у нас тут больше 1000 детей.